Свои доклады представили 11 спикеров, в том числе представители Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». Ведущие эксперты практики обсуждали с участниками форума сложные вопросы промышленной экологии в новой экономической ситуации. Большое внимание было уделено вопросам обращения с отходами разного класса. Знания пригодятся уже в ближайшей перспективе. У нас идет разработка природоохранной документации сейчас для ООО «Висма», в том числе проект ПДВ, ПНОЛР, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утилизации стационарных источников и выбросов. Атмосфера форума позволила участникам изучить лучшие практики в области экологии, а также расширить круг профессиональных дружеских знакомств.